Здравствуйте! В эфире информационная служба телеканала «Радуга 3» в студии Анастасия Кудряшова. Смотрите сегодня, 15 июня, в нашем выпуске. Плодотворный диалог. Актив поселения Антоновка провел встречу с руководителями общественных организаций района. Полезное и развивающее лето. Какую работу проводят сотрудники Дома культуры с ребятами пришкольных летних лагерей. Неудачный выезд. Юноши футбольного клуба «Сергиевск» проиграли в гостях матч очередного тура областного первенства. Во вторник Самарская губернская дума официально назначила дату выборов депутатского корпуса нового созыва. Они состоятся в единый день голосования 18 сентября. Решение парламентарии приняли большинством голосов. 30 из 37 присутствующих высказались «за». Фракция КПРФ проголосовала «против», поскольку уже не раз заявляла, что сентябрь – не лучшее время для выборов. Сегодня решение будет официально опубликовано. В течение последующих 25 дней будет проводиться выдвижение кандидатов, идущих на выборы по спискам политических партий. В течение 35 дней после опубликования в избирательной комиссии Самарской области документов ждут от кандидатов, выдвигающихся по одномандатному округу. Напомним, что выборы пройдут по спешенной схеме. 35 мандатов разыгрывают между кандидатами-одномандатниками, еще 25 между списками политических партий. Сергиевский район входит в 14-й Красноярский одномандатный избирательный округ, в который также попали Красноярский, Елховский и Кошкинский районы. Наш избирательный округ в губернской думе 5-го созыва представляет Андрей Кислов, который возглавляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, нефтехимии и охране окружающей среды регионального парламента, а также является заместителем председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Решение насущных проблем на селе, работу с молодежью и воспитание чувств патриотизма и любви к родине. Такие вопросы и темы обсуждали сегодня в сельском доме культуры Антоновка. Там прошла встреча актива населения с представителями общественных организаций района, в течение которой также и вручили почетные памятные знаки Куйбышев, запасная столица, 75 лет. Их жизненная позиция активна, их девиз – неравнодушие ко всему, что происходит как в стране, так и на территории своей малой родины. В среду утром представители общественных организаций Сергиевского района под крышей Антоновского дома культуры провели встречу с самыми активными жителями поселения. Это активы поселения, общественники, те люди, которые задействованы в общественных организациях. Это совет ветеранов, очень большая, так скажем, масса людей, это женсоветы, это общество инвалидов, это различные общественные организации. Их у нас насчитывается порядка 19 в районе. Вот. Поэтому вот с этими людьми мы проговариваем те информационные моменты, чтобы на дальнейшем с населением можно было легко вести диалоги по различным темам. Первая часть встречи информационная. Председатель районного собрания представителей Юрий Анцинов рассказал собравшимся об итогах прошедшего в мае предварительного внутрипартийного голосования по выборам кандидатов в депутаты Государственной и Губернской думы. Отметил активность граждан нашего района, принимавших участие в процедуре праймерис. Напомним, основные выборы состоятся в единый день голосования 18 сентября. Кроме того, Людмила Кувитанова и Елена Климова довели информацию о работе районного совета ветеранов, а также общественной организации «Женсовет». Вообще же, говорили в этот день о разном, причем поднимались не только частные, но и глобальные темы. Например, как сделать так, чтобы в магазинах продавались только качественные товары, как лучше воспитать молодежь на селе, чтобы заботилась о старших и не уезжала в город, как еще больше развить волонтерское движение. Проще говоря, диалог получился насыщенным. Мы и чествуем людей, и вспоминаем о каких-то интересных делах, которые были именно в этих поселениях, объявляем свою работу по общественным организациям и, естественно, информируем о дальнейшем. В завершении несколько приятных минут, а именно вручение почетного знака в честь 75-летия постановления о присвоении городу Куйбышев статуса второй столицы. Первые награды на территории района были вручены 12 июня в Сергиевске. И вот теперь на очереди периферия. Под аплодисменты зала две жительницы села Антоновка были награждены почетным знаком. Награды получили заслуженно люди, которые именно активисты, которые принимают активные действия в нашей работе. Игрушкиной Розе Александровне. За
поздравляю. Спасибо вам за всю работу, которую вы делали, делаете, и я надеюсь, будем вместе с вами делать. Знаете, это у меня такое волнение и такая неожиданность. Очень рада, очень приятно, и спасибо большое. В среду подобная встреча состоялась и в Доме культуры «Нефтяник» городского поселения Суходол. В течение ближайшего времени проведение подобных бесед запланировано во всех поселениях муниципалитета. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Далее знакомим с хроникой совершенных преступлений и правонарушений на территории Сергиевского района за минувшую неделю. С 8 по 14 июня текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Сергиевскому району поступило 73 сообщения и заявления граждан о совершении различных правонарушений. В сводке зарегистрированных преступлений 3 факта кражи чужого имущества, 1 факт незаконного приобретения боеприпасов, 1 факт незаконного проникновения в жилище. Составлено 29 административных протоколов на граждан, допустивших правонарушения, в частности, 7 протоколов за появление в общественных местах в состоянии опьянения, 10 протоколов за курение в общественном месте, 2 протокола за незаконное привлечение к трудовой деятельности, 8 протоколов за уклонение от исполнения административного наказания, 1 протокол за несоблюдение административных ограничений, 1 протокол за распитие алкогольной продукции в общественных местах. За время работы совместных патрулей с 8 по 14 июня был составлен 1 протокол за административные правонарушения. С гражданами проведено 179 профилактических бесед. Полезное развивающее лето. Такие возможности предоставляют пришкольные лагеря Сергиевского района. Там проводят не только занятия, но и полноценные мероприятия с привлечением многочисленных учреждений. Свою программу Серноводскому школу предложили работники культуры. В начале июня в Сергиевском районе открыли свои двери 11 пришкольных лагерей дневного пребывания. Их посещают 9 сотен малышей. В это время школы предлагают как собственную познавательно-развлекательную программу, так и встречают гостей. Тематические мероприятия с учениками, посещающими лагерь при школе Серноводска, проводит и местный Дом культуры. К примеру, 14 июня специалисты ДК приготовили для детей игровую развивающую программу под названием «Вперед! На Олимп!». Дом культуры занимается не только культурно-массовыми мероприятиями, но и спортивные соревнования мы делаем, и какие-то противокурения, допустим, акции проводим. То есть у нас очень разнообразная работа. И даже спортивные мероприятия мы подходим с творческой стороны, чтобы это было смешно, интересно. И плюс еще, в общем-то, как сказать, воспитательная немного деятельность присутствует все-таки. Детки здесь должны какую-то дисциплину иметь, друг за друга постоять, чтобы между командами был какой-то соревновательный эффект. И таких мероприятий в летний период с Серноводским домом культуры проводится по 3 в неделю на базе ДК или школы. Самое важное, что и непосредственно дети уже понимают пользу такого времяпрепровождения, охотно участвуя в каждом из подобных игровых состязаний. Игры спортивные на свежем воздухе, тебе самому, наверное, лучше стало. Вот, например, когда я сижу в компьютере, у меня глаза болят, а я выхожу на улицу, и все. Мне хорошо становится. Мой отряд дружный, всегда помогает во всем. Мероприятия какие-то устраиваем. Как думаешь, кто сегодня победит? Наверное, дружба. Так и вышло. Ребятам предложили дюжину конкурсов на сноровку, сплоченность команды, на меткость, скорость, ловкость и на интеллект. В этот раз работники ДК приготовили викторины с околоспортивным содержанием. Как зовут бородатый спортснаряд? Как часто проводятся Олимпийские игры? Как называют еще королеву в шахматах? На все эти вопросы юные серноводские школьники командно нашли ответы. Таким стал еще один день летнего отдыха. Вот он, очередной шаг к гармоничному развитию наших маленьких земляков. Екатерина Фарисия Ермакова, Руслан Зубарев для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Далее мы продолжаем говорить о пришкольных лагерях Сергиевского района. Какая программа развлекает и оздоравливает наших детей? Чему они учатся? Какие навыки приобретают? В Суходольском доме культуры для 45 воспитанников Суходольской первой школы была проведена игровая познавательная программа под названием «Угадай, кто я». Ее основная направленность – интеллектуальное развитие детей.
У них каждый день что-то новое. Воспитанники детского летнего лагеря Сукадольской первой школы провели урок продолжительностью 45 минут в Доме культуры «Нефтяник». Его сотрудники приготовили для ребят конкурсную игровую программу «Угадай, кто я» и начали с викторины. В детстве все над ним смеялись, оттолкнуть его старались, ведь никто не знал, что он белым лебедем рожден. Гадкий ребенок, совершенно верно. Детишки очень рады, они с удовольствием принимают участие во всех конкурсах, которые были для них подготовлены, отгадывают различного рода загадки, викторин, они с радостью принимают участие в разных играх, и порой даже иногда приходится что-то импровизировать, видно, что дети хотят еще участвовать и хотят еще играть, поэтому приходится что-то еще придумывать на ходу, какие-то конкурсы, чтобы они играли. Бывает, мероприятие длится не 40 минут, как было запланировано, а, допустим, уже 1:10, 1:20, потому что, ну, мне самой интересно с детишками играть, самой интересно что-то, как-то их радовать. Такого рода мероприятия проводят в Доме культуры каждый день. Приходят на них ребята пришкольных лагерей двух суходольских школ. На этот раз в данной теме участвовало два отряда в количестве 45 детей. Тематический академический час посвятили добрым русским и хорошо известным всем сказкам, а также их героям. Соловей-разбойник, Иван-дурак, Леший, Баба-Яга, Змей Горыныч. Всех персонажей знают ребята и, не дожидаясь окончания загадки, выкрикивали правильный ответ. Сейчас будут картинки, а вы должны будете угадать, что это за сказка? Сказка о царе Салтане, правильно. А кто это? Три сестрицы под окном пряли поздно вечерком. А это что за сказка? Гурки лебеди, а кто там прячется? Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, правильно? Первая часть мероприятия – викторина. За ней интересная и увлекательная игра «Крокодил» заставила изображать ребят сказочных героев и угадывать их. Это были «Зайка», «Лягушка», «Волк», «Принц». В завершении мероприятия продемонстрировали мультфильм под названием «Кто сказал гав?». Данная программа больше на умственное развитие, как-то на интеллектуальные способности, раскрытие интеллектуальных способностей, памяти ребенка. Но есть такие у нас мероприятия, допустим, «Позвони 01», там не только интеллектуально развивается, но и также еще выстроена физическая программа для детей, которые они очень с радостью принимают участие. Детство – это особый период в жизни каждого ребенка. В это время игра является основным и наиболее интересным, увлекательным способом познать окружающий мир и самого себя. Понимание этого лежит в основе программы детских мероприятий Дома культуры. Однако помимо игровой формы, они прибегают к художественным фильмам, демонстрируют их на большом экране, делают все, чтобы их досуг проходил как можно веселее, интереснее, получая новые знания, навыки и умения. Анастасия Кудряшова, Антон Иванов для информационной службы телеканала «Радуга-3». Следующее мероприятие, о котором мы вам расскажем, больше целенаправлено было на физическое развитие детей. Ребята сергиевских школ собрались сегодня днем на площадке у районного дома культуры. Там хореограф провела для них мастер-класс. Современные танцевальные направления увлекли ребят, и каждый стремился показать все свои навыки и умения. Ученица сервисской школы Милена Глушкова уже 3 года занимается танцами в ансамбле районного дома культуры. Потому-то ей легче всех давались любые движения. Она в числе остальных воспитанников лагеря дневного пребывания сервисской школы приняла участие в так называемом танцевальном батле, организованном районным домом культуры. Мы танцевали хип-хоп, прыгали разные прыжки, делали колесо. Вот. Вообще танцевать тебе нравится? Да. Почему? Ну, потому что ты активна, это мне нравится, ты общаешься с друзьями, вот, изучаешь разные танцы. Мастер-класс по движениям современных направлений в танце провела Наталья Сайдова, хореограф районного дома культуры. Она еще молодой, начинающий специалист, а когда-то сама занималась в танцевальном коллективе «Сергиевский сувенир». Сегодня она зажгла желание в глазах ребят увлекаться различными танцами. Сегодня мы с ними делали классические прыжки.
мальчики свою классическую партию делали. И делали некоторые элементы из хип-хопа, джаз-фанка, вот, контемпа. Танцы, на самом деле, это большое искусство. Просто для каждого это разное. Для меня танец – это жизнь. Поэтому еще такие нужны мероприятия. Уже вот сегодня 6 девочек подошло и спросили, а вы там, вы тверк умеете танцевать? А вы будете набирать новую группу? Можно мы к вам придем? Как бы, да, если будет у меня возможность открыть группу с таким направлением, как джаз-фанк, хип-хоп, я, конечно, возьму к себе заниматься. У кого-то получалось лучше, а у кого-то хуже, но тем не менее каждый получил заряд физической разгрузки. Среди множеств форм воспитания хореография занимает особое место. Занятия танцами не только учат понимать, создавать прекрасное, но они еще и развивают образное мышление, фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Танец является источником эстетических впечатлений ребенка, подразумевает развитие чувства ритма, умение слышать, понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса, ног, пластики рук, грации, выразительности. И теперь многие из этих ребят, которые никогда не думали о занятиях танцами, обязательно попробуют в этом свои силы. Здесь можно получить всякую растяжку и просто, когда делать нечего, вот, хожу, занимаюсь. Лучше танцевать, чем гулять на улице. Да. Анастасия Кудряшова, Антон Иванов для информационной службы телеканала «Радуга-3». Юноши футбольного клуба «Сергиевск» в субботу выезжали в село Приволжье, где встречались в рамках первенства области с местным мелиоратором. Наш коллектив выступал в сильнейшем составе, однако вот только по разным причинам. Весь свой потенциал продемонстрировать так и не смог. Подопечные Евгения Кузнецова. Они вышли на игру в форме зеленого цвета. 11 июня в селе Приволжье встречались с местным мелиоратором, с которым перед игрой 5-го тура делили лидерство в таблице. У обоих команд в активе значилось по 10 набранных очков. И сергиевский мелиоратор здорово играют в нынешнем сезоне в атаке. Однако не плашают и в обороне, поэтому противостояние обещало быть интересным и, наверное, даже напряженным. На поверку так оно и вышло. Обе команды с первых минут постарались продемонстрировать все свои возможности в атакующей линии. Вот только показать все, на что способны, игрокам мешало качковатое поле. Сергиевцы, привыкшие в последнее время выступать на искусственном газоне, долго не могли приноровиться к многочисленным отскокам. Укротить мяч оказалось задачей довольно сложной. А вот хозяева занимались тем, что в основном продвигались к воротам Сергиевска с помощью длинных разрезающих передач, стараясь по мере возможности упростить игру. Один из таких забросов за 4 минуты до свистка на перерыв привел к успеху. Футболист в белой форме выскочил 1-1 и катнул мяч мимо нашего голкипера. Счет в матче был открыт 1-0. Во второй половине наша команда несколько взвинтила темп, результат обязывал гостей идти вперед. Однако по-прежнему ничего не получалось, угрозы воротам мелиоратора не создавались, так как хотелось бы Евгению Кузнецову. Наставник пытался внести коррективы в ход поединка с заменами, но и они также характер переломных не имели. Зато в обороне с каждой минутой все больше освобождалось зон, куда врывались футболисты из Приволжья. Мелиоратор отменно действовал на контратаках, игроки хозяев дважды убегали 1-1, как итог, к середине второго тайма футбольный клуб «Сергиевск» уступал уже со счетом 0-3. За 15 минут до финального свистка наш коллектив один мяч отыграл, но этот гол стал единственным в исполнении гостей в этот вечер. Приволжские футболисты забили до финального свистка еще один мяч, одержав в итоге крупную победу 4-1. Наша команда потерпела первое поражение в нынешнем сезоне. Следующий поединок сергиевцы проведут 18 июня. На стадионе «Центральный» подшефный Евгения Кузнецова сразятся с восходом из Большой Черниговки. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Далее передаю слово нашим самарским коллегам новости губернии в нашем информационном выпуске. Армрестлинг на площади Куйбышева явление, конечно, не уникальное, но в День России популярное. Показать свою богатырскую удаль желает практически каждый третий. А пока папы меряются силой, рядом на соседней площадке танцы и конкурсы для самых маленьких. Как хорошо получается у вас! Для детей постарше учреждения дополнительного образования города дают мастер-классы по техническим видам творчества. Здесь робототехника, ракетомоделирование и беспилотные технологии. Тут
Молодежи и выставка народов, проживающих в Самарской области. Русские, белорусы, мордва, чуваши и даже вьетнамцы и индонезийцы. Каждый народ представляет свои творчества, литературу и национальные костюмы. Очень много молодежи, которые интересуются именно, может быть, говоря современным языком, сделать селфи, да, в головном национальном уборе. Многие хотят получить какую-то информацию о народе том или ином. Многие хотят прикоснуться к корням своим. Смотрели парад народов, очень понравились, поучаствовали, прошли в хороводе народов, также очень понравилось, настроение отличное. В центре у памятника Куйбышеву расположились две самые большие площадки. Макеты космических спутников, фильмы о Вселенной, модели ракет и многое другое в шатре РКЦ «Прогресс». Рядом площадка газеты «Волжская коммуна». Здесь не только можно получить очередной номер, ознакомиться с лучшими материалами, но и оформить подписку. Благодарны администрации города за такой праздник! Николаю Ивановичу Меркушкину в первую очередь! Особенно за душу тронул фестиваль. Хоровод начали водить. Прям мы с такой радостью, с таким торжеством в душе! Уже ближе к вечеру на главной сцене вечно молодой Александр Маршал и знаменитая «Москов Колин». А Кипелов поет о свободе, а вместе с ним вся площадь. После Валерий Кипелов скажет, как же это было здорово. Ему понравилась и публика, и атмосфера. Двойной праздник в этот день для уроженца Луганска, игрока баскетбольного клуба «Самара» Евгения Минченко. Он получает российский паспорт. Теперь он не легионер, а самарец. Сказать, что реально второй день рождения будет у меня в День России. А Самарская область, потому что я играю за баскетбольный клуб «Самара», и я очень рад представлять теперь Самарскую область по России и за ее рубежом. Спортсмен стал участником госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. Отмечу, что с 2014 года участие в ней приняли больше 11 тысяч человек. 4,5 тысячи переселились в Самарскую область. Усилиями президента нашей страны Владимира Ильича Путина делается все для того, чтобы наша страна была независимой, чтобы наш народ был хозяевом на своей земле. И я уверен, если мы будем едины, если мы будем сплочены, если мы будем организованы, мы точно победим. Так было всегда, так было во все времена, так будет и впредь. Также на сцене глава региона наградил работников крупнейших предприятий, имеющих непосредственные отношения к строительству космодрома «Восточный» и первому запуску. Благодарности получили преподаватели и студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева. Кто владеет космосом, тот владеет миром. Вы основа России в космосе. С праздником! С экранов «С Днем России» всех поздравляет президент. Владимир Владимирович Путин отмечает: общая цель – сильная, уверенная, крепкая Россия. И вот кульминация – уникальное лазерное шоу. Демонстрация знаковых для региона объектов. На площади Куйбышева в это время больше 50 тысяч человек. Праздник завершился масштабным фейерверком. Мария Шпакова, Ольга Павловская, Алексей Вельмискин, Александр Дмитриев. Новости губернии. И на сегодня это все новости. Далее по традиции вас ожидает прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает для вас следить за развитием событий. Всего доброго. До свидания. В четверг, 16 июня, на территории Сергиевского района ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 29 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров.
ртутного столба. Относительная влажность 36%. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Варикоз называют одной из эпидемий 21 века. Множество предлагаемых методов лечения этого заболевания, как правило, не дают 100% гарантии. Но благодаря самым современным технологиям, предлагаемым Самарским центром флебологии, теперь можно попрощаться с этим недугом навсегда. Новейшие методы лечения варикоза лазером и радиочастотной облитерацией позволяют добиться результата амбулаторно, без разреза и наркоза. Распрощайтесь с варикозом навсегда. Самарский центр флебологии. Город Самара, улица Мяги, 7/А. Телефоны 8 846 990 89 58 и 8 917 113 87 88. Ходовая, тормоза, электрика. Все звучит здорово, когда машина настроена здорово. Специальное предложение для владельцев автомобилей «Лада». Комплексная диагностика автомобиля за 299 рублей и запасные части с выгодой 20%. «Лада», настройся на весну.